26-е лунные сутки, второй день Экадаши. Энергетика этих лунных суток мощная, возбуждающая. Именно поэтому этот день считается критическим. Ни в коем случае сегодня нельзя сосредотачиваться на повседневных заботах. Лучше всего эту огромную энергетику направить на свое созидание. Например, на 24- либо 36-часовой голод. Пусть она обновит и очистит тело, а сознание успокоит. Кстати, сегодня сторонитесь суетливых, мелочных людей. Иначе они могут втянуть вас в ненужные разборки и испортят настроение. Что касается физической нагрузки, то она должна быть спокойна и приятна. Погуляйте с приятным для вас человеком, пообщайтесь на возвышенные темы.